вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий день! Сьогодні у Добруші урочисто відкрили відновлений районний вузол поштової сувязі. Його модернізація дозволила повисити швидкість і ефективність обслуговування клієнтів і поліпшила умови праці працівників. Такої масштабної реконструкції пошта чекала вже давно. Вона відкрилася у 1980 році. З того часу серйозного ремонту не проводили ні разу. Зараз відновлений фасад будинку, провели повну модернізацію робочих помешканів і зали для обслуговування клієнтів. Колькасть працовных мест оператора у сувязи повеличилась до 5, створено особное окно для работы с корпоративными клиентами. У першиню з'явилися особное помешкание для супрацовников операционных отделений у сувязи и покой отпочинку для работников. Кошт проведенных работ склал 5,5 миллиардов рублей. За неполных 3 месяца мы провели полную модернизацию фасадов здания, заменили оконные блоки, перекроили помещения, служебные производственные помещения первого этажа, провели в них ремонты, полностью сделали ремонт в отделении почтовой связи и установили новую мебель. Кроме того, благоустроили территорию и привели в соответствие к существующим стандартам системы тепла и электроэнергии. К слову сказать, только по теплоэнергии мы получим экономии больше 30 миллионов в год. У апошнія гады ў Гомельскай вобласці зніжаецца колькасць патанулых. У мінулым годзе на вадаёмах загінулі 40 чалавек. Гэта самы найменшы паказчык з 1971 года, калі пачалі весці статыстыку. На дадзены момант з пачатку года ў Гомельскай вобласці патанулі 8 чалавек, з іх 5 рыбакі. І толькі адзін чалавек загінуў падчас купання. У мінулым годзе на гэты момант было зафіксавана 14 смертельных зыходаў. У Гомельскай вобласці больш за 1500 водоемов, и зразумела, что за усими сачыць немагчыма. А тому важной часткой працы освода з'яўляецца профилактичная работа. Дзякуючы ёй и атрымалася знизить колькасць несчастных выпадков на воде. У сёлетні купальны сезон, які пачаўся 1 мая, у рэгіёне працуе 15 выратавальных станцый, 12 пастаянных і 11 сезонных пастоў. І хаця пакуль надвор'я не спрыяе паходам на пляж, выратавальнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Супрацоўнікі асвода з пачатку года ўжо выратавалі 13 чалавек, 6 з іх непаўналетнія. Дарэчы, менавіта гэтай катэгорыі ўдзяляюць асаблівую ўвагу. Улетку дзеці прадстаўлены самі сабе і часта бавяць час для воды. Проведена совместно со всеми субъектами профилактики, прежде всего с учреждениями образования, большая работа по подготовке к купальному сезону. За этот период практически прошли выступления и занятия с детьми во всех учебных учреждениях и во всех дошкольных учреждениях с детьми. Выступили наши работники на всех родительских собраниях, где вели диалог с родителями по поводу обеспечения безопасности детей. А также этому внимание уделяется большое при выступлениях в трудовых коллективах. Студентство – час для одних вольный, за выключением сессии навод бесклопотный, для других, наоборот, напружен и насыщен абсолютно дорослыми справами. Размова об молодых предпринимальниках. Их на Гомельщине становится все больше. И начинают молодые люди часто не с пошуку капиталу, а с распрацовки незвычайной бизнес-идеи. Со студентками, которые придумали незвычайные шклянки для кавы, встретился наш корреспондент Марина Северьянова. На первый погляд, это просто шклянки. Незвычайностью тем, что их можно съесть. Авторы уникального для нашей страны бизнес-проекта – студентки Белдяж университета транспорту. Вот это, я думаю, шклянки спекли специально для нас. Але одна справа – помацать их, понюхать, разглядеть, и совсем иншая – вырешиться съесть. Сегодня самым голодным и смелым оказался мой коллега Евген Побаловец. Спробуй. Ну, як? Смачно. Ну, вот, что и потребовалось доказать. Здивить, задоволить, заработать. Худшее за все, это змест и мета любой новой справы. Предпринимательской особливо. Что это значит? Здивить уникальностью товару альбо послуги, задоволить коштам, а заработать, ну, это и так зрозумело. Любой бизнес может лечиться удалым только при его монетизации. Это значит окупность и прибытковость. Своими покупниками девчины бачат студентов, а так само организаторов детей.
дитячих святов. В начале учебного года нам нужно было сделать экологический проект. Вообще, конечно, идей было очень много, но мы остановились на идее создания съедобных стаканчиков, ведь это и вкусно, и чисто. Ну, конечно, этим мы не открыли Америку, ведь создание съедобной посуды – это не новая идея. Но ранее это было просто впечатляющая инсталляция, не претендующая на массовое производство. С гэтым проектом дзяўчыны прынялі ўдзел у міжнародным чэмпіянаце «Моладзь у прадпрымальніцтве», дзе занялі трэцяе месца сярод двух дзясяткаў каманд з Беларусі, Расіі і Украіны. Новая задача, каб рэалізацыя бізнес-праекту пачала прыносіць грошы. Зараз для гэтага трэба каля 20 мільёнаў рублёў. Такіх грошаў маладых прадпрымальнікаў пакуль няма. Кажуць, падпрацоўку знайсці вельмі складана, у бацькоў займаць сорамна. Застаецца чакаць інвестара. Дзяўчыны абяцаюць, што праз 8 месяцев можно будет отрымать 10 миллионов чистого прибытку. Хотелось бы создать и свой сайт, и свой фирменный магазин, но это все видится в будущем. Также мы хотели расширить свой ассортимент, потому что это далеко не вся съедобная посуда, которая может быть представлена у нас на рынке. Это может быть и какие-то тарелки из овощной какой-то бумаги. То есть, это очень-очень много, очень интересно. И очень перспективно. И очень перспективно, да. Эта ниша свободна в Республике Беларусь. Отличительной чертой нашего стартапа является его уникальность и новизна в Республике Беларусь. Ну и не только в Республике Беларусь, и в странах СНГ. Уже зараз свою подтримку креативным девчинам оказывает Гомельская бизнес-школа ИПМ. И это тычется не только развития своей справы. Первый заказ на выраб незвычайных ядомых шкляночек поступил миновито оттуль. Мы видим здесь как какую-то фишку для ресторана. Именно ресторана высокой наценочной категории. Можно прийти этим девочкам к рестораторам и сказать о том, что вот у нас есть такое-то производство, мы хотим это выпускать. И на базе какого-нибудь ресторана сделать как элемент, то это да. Идея реализуема, и она будет окупаться еще, причем даже не с тем размером, который говорят они, а немного выше. Марина Северьянова, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Представников совета у старшеклассников из усих районов Гомельщины у черговый раз собрал областный профильный лагерь для лидеров вучнёвского самокирования. Открытие отбылося у Гомельском областном палаце творчести детей и молоди. Программа лагера – это 9 дзён, наполненных тренингами, интеллектуальными гульнями, туристичными походами и встречами с представниками улады. За гэты час юные лидеры распрацуют и реализуют шэраг социальных проектов, а так само сустренутся с начальником управления эдукации Гомельского облвыканкама Сергеем Порошиным. Им представится махчимость рассказать про свои досягнения и задать хвалючие пытания. Дарэчы, областный профильный лагерь лидеров вучнёвского самокирования існуе с 2009 года. За гэты час традиционными темами абмеркавання с представниками улады стали пытанні профориентации, энергосберегальных технологий, здорового ладу життя и шмат іншага. Я считаю, что это очень полезно, потому что, как правило, они потом звонят, приезжают, они становятся председателями студенческих советов, председателями профсоюзных комитетов у себя в вузах. Наши ребята уходят в жизнь подготовленные. Для большинства школьников и студентов лето ассоциируется с отпочинком, подорожжами, массой новых уражений. Але есть и те, для кого этот час – одинная махчимость подпрацовки. Працовный семестр в самом разгары, где формируют студентские отрады и больше за все платят. Отрады, яких профилю працуют у регионе, и те все жадающие могут стать их удельниками. Про это и не только пойдет говорка у черговым выпуску программы «Добрый вечер, Гомель». А так само, як створить максимальный комфорт и утульность у своей просторы, при этом прикладываючи минимальные намагання и сродки. Про что не варто забывать у погоне за практичностью и який он эксклюзивный дизайн интерьеру. На это и іншие питання откажут творчие гости студии у другим блоку программы. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19:30 на телеканале «Беларусь-4». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.